национальном заповеднике в Намибии популярны так называемые арт-сафари. Это когда любители живописи возят по заповедным территориям, чтобы они получили возможность рисовать зверей в их естественной среде обитания. Когда делаешь набросок, запечатлеваешь момент во времени. Сидишь в определенной среде и становишься ее частью. Здесь нередко проходит животное. Это уникальное ощущение. Не похоже на то, когда вы кого-то выслеживаете. Гепардов нередко называют собаками кошачьей семьи. Приручить их очень легко. Главная цель создания этого заповедника – разместить здесь хищников, которые создавали проблемы местным жителям. Теперь люди могут посмотреть на гепардов, включая художников, у которых есть шанс увидеть их с очень близкого расстояния. Многие художники, раз посетив сафари, больше не могут отказаться от подобных путешествий. Раньше я участвовал во многих сафари, но во время поездок останавливаться не было возможности. Это была словно погоня за фотографией. Но когда я побывал на сафари Мэри Энн, то впервые со школы смог остановиться и порисовать. Следующая остановка группы – заповедник. В получасе езды от столицы там художники могут рассмотреть белого носорога, животное, которое почти исчезло с лица земли. Конечно, потрепать носорога за ушко не получится, но подойти удастся достаточно близко. Стоит отметить, что арт-сафари предлагают не только в Намибии, а еще и в более 25 странах мира.